and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass. Всем привет! Это очередная серия видео «Продуктивные дни со мной», и в данном фрагменте видео я пишу билеты по биологии. Сейчас я делала билеты по биологии, точнее, сделала только первый билет. Он получился такой огромный, тут огромная таблица. Да, и тут я порвала, потому что я хотела стереть этой стороной, а как бы видно, да? И мне друг присылает уже готовые ответы по билетам. Я не знаю, правильные ли они вообще. Я тут подумала, вместо того, чтобы тратить очень много времени на то, чтобы тут все писать, расписывать, лучше я посмотрю их, если там ответы все правильные, то я их распечатаю и приклею сюда. Затем я все-таки убедилась в том, что они правильные, и распечатала их. Это огромные штрафы к работодателю. Это будет штрафоваться директор. Чиз. Так можно? My perfume fell the dick. My hair, this is how I do it. 1, 2, 3, 4. В школе у нас была физра, и потом, после всех уроков, придя домой, я приступила делать немецкий. По немецкому мы слушаем две аудиокниги, одна из них про музыкальную группу, а вторая про Анну Берлин. И, собственно говоря, сейчас вы видите, как я распечатываю эти две книги. Ну и после этого я поехала на урок по немецкому языку. Немецкому мы прошли курс чтения, получается, мы, то есть, очень долгое время читали, переводили, то и дело, только мы читали. А сегодня учитель сказал то, что мы уже переходим на прослушивание, то есть мы будем все время тренировать то, как мы слушаем. Нам в группу уже скинули два, нам по 150 мегабайт, получается, там огромные какие-то огромные проигрыватели. И 3 мая я иду в библиотеку, чтобы сдавать книги, возможно, возьму фильм один на немецком. И 9 мая я иду на семинар про поступление в Германию от Ausdauerstudium.
Канал Ахзо Студиум – это канал про поступление в Германию без помощи агентства, а лишь упорством, трудолюбием и целеустремленностью. Вы можете поступить в эту прекрасную страну с помощью всей необходимой информации, которую вы можете найти на канале. Канал ведется студентами немецких вузов. Также они часто проводят семинары, где проинформируют вас про поступление до мелочей. Ссылка на канал будет в описании. Вечером с моей подругой мы пошли гулять. Все равно мне страшно. Нет. Ничего страшного. Ты ничего не осознаешь. Я буду смотреть на телефон, когда время тут пройдет уже. Сначала, может быть... Ладно, да? Все, что вы есть, и все, что вы делаете. Вы будете вынуждены в прошлом, где вы переживали. После школы я поехала в библиотеку. А после библиотеки уехала на урок по немецкому языку в учебный центр. В общем, хотела бы рассказать, что я взяла в библиотеке. Я взяла два фильма. Это... Первая шла в Крангхайт. Это вроде заболевание сна, если не ошибаюсь. Ну, чисто из-за Крангхайт я взяла, потому что Крангхайт — это заболевание. А я люблю всякие медицинские термины, поэтому взяла. Это Лора Рент. Я люблю такие фильмы, когда бедные люди... Это, конечно, плохо, но бедные люди совершают какие-то преступления. И взяла два фильма. «Гулливерс Райзен», «Путешествие Гулливера», «Эрих Кестнер», «Едер из Койфлих». Кто это написал? Патрик Райх. Прикольная книжка, я ее уже начала читать по дороге. И тут интересная зарисовка. И, в общем, очень смешная история, поэтому я ее взяла. Чисто из-за этой тетки с губами. И, как я говорила, уже мы перешли к процессу прослушивания по немецкому языку. То есть нам дается определенное произведение. Мы его слушаем, анализируем и отвечаем на вопросы. И послезавтра мы выходим в школу. А еще мне поставили двойку по узбекскому. Вы представляете, узбекский язык мой родной язык, и у меня двойка, потому что я не перевела текст. Сейчас буду доставать учительницу, писать ей в личку, чтобы она мне его исправила. Анна, Берлин. Капитель 1. Анна ist in der Diskothek Marlene Dietrich. Sie trinkt einen Cocktail. Die Musik ist Funk. Прослушала 10 глав книги «Анна Берлин». Они очень маленькие, там буквально 10 минут ушло. И я переписываю свои из своей старой тетрадки по немецкому с первого уровня в новую тетрадку, вот эту. Я все-таки решила переписывать. Тут всякие стикеры. Вот. Пока грамматику я не пишу, потому что она очень легкая, и я хочу потренироваться именно по этой книжке, потому что я по ней раньше не занималась, как раз повторю все. Пока я пишу только слова, не которые я не знаю, а просто слова с артиклями, потому что я не знаю некоторые слова. Ну, в общем, это очень важно, потому что нужно знать каждый род каждого слова. Я делала геометрию, и наконец-то я ее закончила. Остались две задачи, которые я решу потом, либо на уроке, либо когда останется чуть-чуть до урока. В общем, вот. Теперь я буду делать алгебру. В 3 часа дня у меня была математика, и я пошла к репетитору. Затем, придя после репетитора, приступила делать школьные уроки.
По химии я выполняла домашнее задание по онлайн-урокам. Доделала некоторые билеты по биологии. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. А начиналось так красиво, как у Шекспира нас уносило с тобой. И мы вдвоем против целого мира, я так улыбалась, возвращаясь домой.